перфекция. Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола, и все готово к началу матча. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня смотрят футбол вместе с вами. Французский чемпионат на ваших экранах. Лига 1, Uber Eats. Это Анже против Пари Сен-Жермен. Спасибо, Георгий. Ждем хороший футбол. Эти команды всегда показывают интересную игру впереди. Поэтому скучать нам вряд ли придется. И вот мы видим состав хозяев. 5-3-2 выбрали они сегодня. Это довольно универсальный выбор. Посмотрим, как будет тактика меняться уже по ходу матча. Это состав Пари Сен-Жермен. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. Маркиньос в защите сыграет Серхио Рамоса. Пенье вместе с Верратти в центре полузащиты. И в атаке Мбаппе начнет вместе с Лео Месси. Главный матч Лиги 1 – это Ле Классик. Противостояние двух самых титулованных клубов страны – Пари Сен-Жермен и Олимпика из Марселя. Ни в одном другом матче французской лиги страсти не кипят, как в этой встрече. Самый крупный счет, зафиксированный в матчах этих команд – 5-1 в пользу Пари Сен-Жермен. Парижане добивались такого результата дважды. Один раз у себя на Парк де Пренс и не так давно в гостях на велодроме. Хорошее владение мячом он демонстрирует. Есть адрес у этой передачи. Мбаппе получает пас. Забил! У него получилось открыть счет уже в начале встречи. Можем еще раз посмотреть, как был забит этот мяч. Очень хорошая передача получилась у Марко Верратти. Точнейший пас в разрез. И, конечно, игра Килиана Мбаппе в этом моменте. Как он смог из такого прессинга вырваться, да еще и пробить, да еще и забить. Конечно, Килиан Мбаппе мастер. Один ноль в нашей игре. Верратти. И тут может что-то получиться. Очень опасная атака, но всего один перехват, и она закончена. Думбия. Прекрасная техника. Ждем угловой. Кто знает, сколько моментов у них сегодня будет. Нужно постараться использовать хотя бы этот угловой. И болельщики это прекрасно понимают. И в центр штрафной подача. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Хороший пас получился. Мимо цели. Такие моменты нужно забивать. Это была замечательная возможность сравнять счет. Лионель Месси. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Месси! Будет гол! Есть гол! Пари Сен-Жермен забивает! Повторяют нам голевую атаку. Очень много передач в ней было. Такая тики-така в исполнении этих ребят. И в ворота бил он уже с очень близкого расстояния. Так что тут шансов промахнуться не было.
2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Мбаппе. У Мбаппе мяч. Момент для Мбаппе. Он блокирует опаснейший удар. Мбаппе. Месси! Будет гол! Гол! Еще одна острая атака. И в очередной раз мяч оказывается в воротах соперника. Еще раз голевую атаку давайте посмотрим. Много передач было. Устроили они такую тики-таку сопернику. Да, каков завершающий выход 1-1. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Не получается отдать мяч точно. Перехват. Мбаппе. Отличный пас. Отличная передача, но в офсайд. Судейская бригада работает четко и фиксирует положение вне игры. Это часто случается. Пас был хорошим, выверенным, но слишком рано. Им не хватило понимания друг друга. А так все равно хорошее. У защиты соперника могли появиться большие проблемы. На фланге есть свободное место. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Набиль Бенталев. Ну что за молодец, Донарумма вытащил этот мяч. Сыграли без верховой передачи через короткий пас. Донарумма справляется с ударом. Месси. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Атака прервалась на подступах к штрафной. Лионель Месси. Норти Мукиели. Хороший по задумке пас. Хорошо вратарь играет и оказывается первым на мяче. Дальше мяч не идет. Перехват. Мбаппе мяч. Будет он тащить его. И мяч переходит к соперникам. Провоцируют они на прессинг сейчас. Мбаппе толкается с защитником, но мяч сохраняет. Без проблем проходит соперника. Гол! Разница увеличилась до 4 мячей. По всем статьям громят соперника. Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. В завершении все тоже было четко. У вратаря не было шансов. Невероятное начало матча. Еще и 45 минут не прошло, а игра уже превратилась в пустую формальность. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Много передач около ворот, должно и до удара дойти. Потери и у соперников мяч.
Мбаппе. Мбаппе уходит с фланга. Какой удар! Гол! Отличный мяч забивает Лео Месси. Классно он пробил с лета. Еще раз гол посмотрим и отдельно отметим навес. Действительно классная подача. И, конечно, Лео Месси очень здорово сыграл в этой атаке. На него давили буквально со всех сторон, но все равно он смог пробить и сделал это точно. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Набиль Бенталев. Так играет Донарумма. Потащил этот удар. В центр штрафной подан мяч с углового. Очень уверенно защита останавливает эту атаку. В этом эпизоде вратарь сыграл надежно. Мы уже знаем, сколько добавили к основному времени. Играть еще 2 минуты. Они уже долго держат мяч в опасной близости от ворот. Мбаппе. Безупречная игра в своей штрафной. Судья дает свисток и заканчивает первый тайм после 45 минут. Впереди Пари Сен-Жермен. В очередной раз они доказали, как нужно играть в атаке. Отличные действия впереди уже в первом тайме практически сняли вопрос о победителе в этом матче. Если соперник не придумает ничего сверхъестественного, то лучшая атака лиги вновь сделает результат для своей команды. Хорошее владение мячом он демонстрирует. Есть адрес у этой передачи. Мбаппе получил. Пари Сен-Жермен провел хороший первый тайм. Посмотрим, смогут ли они удержать преимущество во второй половине игры. Месси. Отличное оборонительное действие. Очень опасно может быть. Он технично принял эту передачу. И мяч оказывается у вратаря. Лионель Месси. Нуно Мендеш. Фабиан. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Мбаппе. Теряет мяч Мбаппе. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Прекрасный гол! Повтор гола и паса, который сделал эту атаку. Исполнение на высшем уровне. Отлично он мяч над защитой запустил. И в завершении все так же было сделано четко. Хорошо с защитой разобрались и отправили мяч в ворота. Игра продолжается. У нас уже 5-1. Месси. Фабиан Руиз. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Марко Верратти.
Далеко от ворот проходит мяч. Тридцать минут играть осталось. После такого единоборства любой другой оказался бы на земле, но только не он. Почти полностью мяч забрал себе сейчас ПСЖ. Думаю, они вынуждают этим контролем соперника нервничать, ведь счет в их пользу. Если дальше дело так и пойдет, то они спокойно доведут дело до победы. Пас получился, будет опасно. Гол! Еще один мяч оказывается в сетке, хотя при таком счете одним больше, одним меньше, какая разница? Повтор гола у нас. Отлично Лионель Месси сыграл в пас. И все четко и уверенно сделал Кильян Мбаппе. Без проблем он отправляет мяч в ворота. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Верать. Было нарушение, но мяч у Пари Сен-Жермен, и арбитр даст отложенный штраф. Отличный шанс есть для контратаки. Они играют смело и возвращают себе мяч. На месте голкипер. Решили разыграть мяч вместо навеса в штрафную. Фабиан Руис. И это должен быть гол! Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Отличное спасение. И это полевой игрок снова. Марко Верратти. Момент для Мбаппе. Вратарь был готов к такому удару и справился с ним, хоть и пришлось постараться. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Данило Перейра. Очень уверенная игра в отборе. Мяч ушел за пределы поля, и Пари Сен-Жермен ведет этот мяч в игру. Голкипер занял грамотную позицию. Саншеш. Потрясающий перехват. Атака была крайне опасной. Четверть часа еще играть команду. Марко Верратти. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Санчеш. Фабиан Руис. Здорово читает игру вратарь и раньше других забирает мяч. Ферранти. Момент для удара! Вот это вратарь! Как он спасает тут! Браво, голкипер! Просто браво! Настоящий герой в этом эпизоде! ПСЖ проводит замену. Поменяется ли после этого игра?
И решили разыграть побыстрее угловой. Очередной угловой будет подавать команда. Он решил разыграть мяч, а не подавать в штрафную. Атака прервалась на подступах к штрафной. Фабиан Руис. Есть хороший момент. Момент у них был что надо, но гола не случилось все равно. Что пошло не так? Убавить силу и прибавить точность. И все получится. Но уже в другой раз. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. Четко работает защита, удар заблокирован. Мяч в игре, у вратаря не получилось его забрать. Ничего опасного, эту атаку можно забыть. Отдает мяч точно сопернику. Фабиан. Не получилось у ПСЖ мяч удержать. Удар! Голкипер переводит мяч через перекладину. Отличное спасение. Вот и замена. На поле появляется новый игрок. Пока что обошлись без навеса. Фабиан Руис. И все, финальный свисток судьи фиксирует победу Пари Сен-Жермен. Мы ждали этого матча, много голов, и так оно и случилось. Лучшая команда лиги по забитым мячам выдала еще один отличный матч и еще больше увеличила свою разницу забитых и пропущенных мячей.